almost grounded. Landed. Встречают здесь гостей, как, я не знаю, как самых званых гостей. Сейчас мы идем на самое интересное, на улицу. Мы только приехали, ждем еще, пока наш номер будет готов. Мы
Вот такая здесь красотень. Просто невероятная. Вот. Зелень, бассейны. Просто шикарно. Просто маленький рай. Маленькое чудо. Вот такое Рио Палас Пасифика. Красотища необыкновенная. Просто. Музыка. Вот здесь бассейн. Шикарно. А наш свит будет вон там, на втором этаже. Вот там джакузи свит. Но мы позже придем, когда я уже тогда покажу, какое. Ну вот, такая вот маленькая экскурсия. Вот. Это мы только приехали. Конечно, красотища. Красотища невероятная. Первое, что здесь попадается, это бар. Такой бар. Тут клозет шикарный. Так, тут вход идет. И здесь вот такая комната. Кресло, лампы, там выход на балкон, здесь такое вот трюмо, кровать. Для Мишела здесь поставят еще одну кровать, потому что это джакузи свит, и здесь только кинг кровать одна. Но это без свит, который только есть в этой гостинице. Здесь вот такая вот ванна. Сейчас покажем. Вот такая вот ванна. Это не ванна, это хат-таб. Вот дальше мы идем сюда дальше. Здесь вот шаус. Вот шаурум. Туалет здесь все есть. То есть это шауэр. Это два умывальника. А самое интересное это выход. Вот мы выходим на балкон. Здесь вот такой вид идет на гостиницу. Вот здесь коридор, вид вовнутрь, бассейн, и все здесь. Дальше мы идем, и вот здесь джакузи, наша private джакузи, private джакузи. И здесь
вот такой вид идет. Вот он океан. Просто сказочный. Здесь еще, это все наша, это вторая дверь, наш номер. Здесь вторая дверь. Мишела? А здесь вот так это джакузи издалека выглядит. Вот. А вот это вот такой вот красивый океан. Очень красивый океан. Просто сказочный вид. Вот. Бассейн. Все только можно, как говорится, мечтать. Вот. Ну вот, небольшая такая экскурсия. Вечереет. Сегодня чуть-чуть пасмурно, но все равно очень красиво.